«У вас есть все, что необходимо. Остается только этим воспользоваться. Вы способны на все, только вам никто еще об этом не говорил. Вы способны создавать великолепные шедевры искусства, делать гениальные открытия, добиваться выдающихся результатов в спорте, бизнесе, любой профессиональной деятельности. Для этого требуется всего лишь обратиться к своей душе. Она имеет доступ к любым знаниям, произведениям и достижениям. Просто вы еще не просили ее об этом. Все великие гении искусства, науки, бизнеса создали свои шедевры только потому, что обратились к своей душе. А чем хуже ваша душа? Ничем. Любые шедевры говорят с нами на языке души. Чем бы вы ни занимались, ваша работа произведет впечатление только в случае, если она идет от души. Разум может собрать новую версию дома из старых кубиков, но этим никого не удивишь. Разум может сделать безукоризненную копию, но оригинал способна создать только душа. Все, что вам нужно, это принять за аксиому тот факт, что ваша душа умеет все, а потом позволить себе этим воспользоваться. Да, именно вот так просто и одновременно непостижимо. А вы все-таки позвольте себе роскошь иметь. Решимость иметь зависит только от вас. Вы способны на все.